Что прилетело? Привет, YouTube, пора нищеков покушать. Вот такие патата-чипс. А это еще кто такой? Патата — это картошка. Картошка домашняя, свежая, разваристая, очень вкусная. Чипс — это чипс. Ну, почему-то томатовый. Ход! Ход! Ход и Максы любят. Ход — это значит огнище. Производство Китай. Стоит недешево. Ну, относительно наших доходов. Покупаю для тебя, чтобы тебе рассказать, как оно вообще. Вдруг ты увидишь, скажешь: о, хочу, хочу. Ларису Ивановну. Хочу. Хочу. Ту. Оно там хренакция, фигня какая-нибудь. Ну, что такое, ну? Так не открывается, придется воспользоваться вот так. А потом вот так. Аж кошка побежала. Пойдем высыпь, посмотрим, как оно. Выглядит как чипсы, только квадратненькие все. Выглядит как челлендж чипса, кстати. Я бы хотел, чтобы она такая же острая была, как челлендж чипса, one чипса. Но она бешеных денег стоит, поэтому не думаю, что оно. Ну. Давай понюхаем. Всем, кто нюхает полезного нюхания, пахнет маленько томатом, да. Всем, кто кушает полезного аппетита, всем, кто выпивает полезные напитки, только полезных напитков. Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. Не глуши всякое говно. Пробуем. Максу тоже полезного аппетита. О, нифига себе. Божественно. Офигеть можно. Вот умеешь же делать. Китайцы! Восток — дело тонкое, Россия — дело толстое. Почему у нас такого нету? Оно тебе надо? Сейчас годам она охренеет, что ли. У нее слюни бегут, она стоит, снимает. Весь телефон в слюнях уже. Сладко-кислые, со вкусом томатов, прям томатной пасты высококачественной. Вот такие рольчики закрученные. Ну, очень сладкие, ну, очень томатные. Божественные. Но вкусные. Невыносимо вкусные. Вот сильно вкусные прям. Вот несколько ложи прям. Ложи сразу. Интересная вещь. Вот одну берешь, ложишь. Одно. А если три ложишь? Три. Как так-то? Так-то как вообще? Парадокс. Невероятно. Одну ложишь, один вкус. Вот одну ложишь, а одно. А три положил, три. Так как так-то? Как так бывает? А четыре, если положишь, четыре, наверное, будет. Офигеть можно. Сосалось. Вот так выглядит все это дело. Тут есть вот такие роллы. Есть просто вот такие лавашики, как бешбармачные, вот, квадратненькие. И пахнет немного томатом, а когда в рот ложишь, в рот нет томат. Я еще не понюхала. Такой томатный вкус становится. Как они это делают? Никаких бананов. Ты мне скажи, пожалуйста. Никогда. Аромат мало там, нюхание. А пахнут по-другому, не такие, как на вкус. Когда в рот ложишь, прям... Очень сладкие, сладко-кисло-соленые, бомбический вкус. И аромат, ну, вкус и аромат, ты же понимаешь, что это разные вещи радикально. Вот вкус сладко-кисло-солененькие, а аромат очень насыщенный, свежайшей томатной пастой, домашней, я бы сказал. Мы готовили домашнюю пасту, вот мама мне всегда готовила, Царство Небесное, домашнюю пасту томатную. Вот такой вкус, настоящей томатной пасты. Не ссаного какого-то там кетчупа за 23 рубля, а вот божественно. Я ее уже выкинул, даже я обратно ее в руки возьму. Запоминай, как это выглядело. Если на... А, кстати, а ход написано, тут ход ничего нету. Тут обманули. Может быть, транслипция, может быть, он еще как-то интерпретируется, этот перевод. Ход. Вообще, я знаю, что горячо только переводится. Ход потато чипс. Китай. Поднебесная рулит. Ну и все, такие дела, имею в виду, на заметку, обязательно категорически попробовать, если ты любитель джанкфуда, вообще мусорной еды. Ну, по сути, это мусорная еда, пользы от ней радикально никого нету, категорически. Даже в некоторых случаях, и чаще всего, она вредная, поэтому джанкфуд никому не рекомендую, лучше пельмени или мясо, или стейк.
Только трата денег. Ну, Макс тратит за тебя и для тебя. Я трачу, чтобы ты не тратил. Спасибо, братан. Уважаю. И пробую за тебя, чтобы ты не пробовал, не дай бог. А я вот еще раз попробую. Хорошо, что ты не пробовал. Почему? Потому что это вкусно. Есть можно вечно. Ну а пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя и своих близких, здоровья всем, пока. А мы продолжим пилить для тебя, покупать для тебя и прочее. А ты на чили, на расслабоне там сидишь. Ну чё, когда там Макс уже купит что-нибудь новое нам показать тут, блин. Можешь ничего не делать, не вставать с дивана. Я буду ездить, покупать, искать и пробовать, и снимать для тебя, и монтировать для тебя, и всё для тебя. Там внизу, да куда ты смотришь? Внизу, блин, под видео. Там посылка будет на Telegram, на Яндекс.Дзен. Залетай везде, потому что можем вдруг, не дай бог, проститься с тобой, потому что заблочат нафиг Ютаб и все. Походу все. Все пропало, все пропало. И Рутуб нам в помощь. Фу. Рутуб, пока. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк, оценивай видео, подписывайся на канал. До новых встреч.